подъезжают. Кажется, что, знаете, машина не поместится. Довольно-таки широкая зашла. Мы с вами идем гуляем. Ну, здесь наверху поселок, а мы внизу, где стоят яхты и отель. Прогуляемся, здесь уютно. Вот видите, тут дальше уже люди живут. Обычные дома. Чуть дальше, там уже поновее, посвежее. Так, здесь очень скользко после дождя. У меня так один раз посунулась нога, что надо идти очень аккуратно. Такой вид открывается сверху. Здесь есть и магазин продуктовый, и ресторан, он в летнее время работает. Сегодня буря, ветер очень сильный. Был дождь, но я вышла с зонтом, но пока вроде бы только чуть-чуть накрапывает. Надеюсь, дождя не будет, пока я гуляю, потому что тяжело бурю держать зонт. Слышите? Сегодня холодный ветер. Держу крепко телефон, чтоб не выдул. Январь, зима в Хорватии. Людей нет. Все безлюдно. Вот видите, буря. Раскачивает яхты со скрипом. Красавицы в ряд стоят. Градусов в Хорватии. Спустился ливень. Как хорошо, что я вернулась за зонтом. Смотрите, какой сильный. Видите? У меня еще будет одна остановка в магазине, потом надо будет еще подниматься к апартаментам, тоже довольно-таки далеко они находятся. Здесь внизу
ветра нет, ну такого сильного. Видите, как грамотно все построено. Но а с той стороны там даже страшно подумать, что там происходит. Такой красивый живописный склон. Каменистый, и эти сосны великаны, а внизу оливки. Тоже спускается опять дождик. Ничего страшного. Резко похолодало, погода каждый день другая. Три дня будет холодно. Сегодня прям 6 градусов в Хорватии. Слышите? Сейчас мы из-за скалы выйдем, там будет опять ветер продувать. Прекрасно просматривается буря на воде, видите?